В любом из нас крестьянин дремлет. Ну, в ком-то дремлет, в ком-то спит. Как нету леса без деревьев. Как нет деревьев, нет и леса. России нет без деревень. Сельские истории. Приветствую всех, кто сейчас вместе с нами. У микрофона любительница путешествий, новых впечатлений и, конечно же, знакомств Светлана Васильева. На этот раз расскажу о встрече, которую я ждала очень долго. Долго и потому, что времени всегда в обрез, и потому, что путь я выбрала не близкий, а именно границу Псковской и Новгородской областей, деревню Морино Дновского района. Сельские истории. Деревня Морино стоит на истоке реки Полонки. Проехать неспешно этот населенный пункт на машине можно минут за 10. Что я и сделала. В самой деревне обнаружила 3 братских могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, церковь, вереницу ухоженных домиков с удивительными резными наличниками, а рядом несколько двухэтажных разбитых домов, а также магазинчик с оптимистичной надписью на фасаде «Коленька, с днем рождения». Почему-то захотелось познакомиться или с этим Коленькой, или с автором надписи. Сельские истории. В Морино мое внимание привлек и дорожный знак «Осторожно, дети». Учитывая местность, я несколько минут стояла, пытаясь понять причины его установки именно в этом месте. С одной стороны дороги кусты, с другой – разрушающееся здание из красного кирпича. Пока я об этом думала, на горизонте появился местный житель. На вид я дала бы ему лет 35-40. Как выяснилось, зовут его Виталий. Он-то и пояснил мне, что чуть дальше по дороге есть школа. Виталий сам учился в ней и с теплотой вспоминает о том времени сейчас. Вот только мне он показался очень грустным. Все разъехались, старые помирают. Был совхоз, совхоза нет, все развалилось. Деревня, короче, умирает. А все. Те, кто живут, чем занимаются? Работают, железная дорога там рядом. Кто остался на железной дороге, кто здесь выставил совхоз. А что-нибудь хорошее-то происходит в Морино? Ничего, вообще ничего. Что здесь, то и там. Ну, а какие-нибудь выдающиеся интересные люди есть там? Нет, ничего, никого нет. А праздники как-нибудь все вместе отмечаете? Нет, вообще глухо все. Каждый живет сам по себе? Да, сам по себе, можно так сказать. А каким-то обустройством общей территории в деревне занимаетесь, нет? Нет, ничего хорошего. Свободное время чаще всего Виталий предпочитает проводить в одиночестве с удочкой на рыбалке. А работает он сварщиком в соседней деревне Выскоть. На зарплату сварщика здесь можно прожить? Трудно, но можно. Во время отпуска ездим подрабатывать куда-нибудь. В Санкт-Петербург, Москву, на вахту. А почему не уезжаете? Что держит? Не знаю. Привыкли, наверное, к деревне. Да и ехать особо некуда. А дома вас кто ждет? Родители. А родители никогда не советовали? Уезжай, сынок, отсюда. Ищи другой жизни лучше. Нет, почему? Родители... Как сам поступишь, так и будет. Можно так. А вы и родились тоже в Морино? Да, я родился здесь, в Дновском районе. Так что меня, я куда и уеду, тянет домой. А что бы вы хотели, чтобы появилось в Морино? Для того, чтобы жизнь, может быть, стала лучше? Чего не хватает? Все обратно, что и было. Хозяйство обратно, все, совхозы, все. Организм, работа была. И кто уехал, возвращались бы обратно все. А у вас хозяйство есть, держит живность? Невыгодно сейчас. Корма дорогие, легче, проще купить, съездить на рынок. Дешевле обойдется, чем вот так содержать. А чего вы пожелали вообще всем своим односельчанам? Жили, как раньше жили. Я бы пожелал бы так. Работа всегда бы была, весело как-то было раньше. А есть те, кто возвращается все-таки или нет? Есть, да. А почему возвращаются? Наверное, как-то судьба, может, не сложилась в другом городе или как. Я не знаю. А местные как встречают тех, кто возвращается? Они рады возвращению или скажут, а, все, сбежал, на чужбинке не прижился? Ну, почему? Рады. Такого нету, что уехали и езжая обратно что-то припишут. Такого нет. Приехал хорошо. Вот такая непростая жизнь в деревне Морино Дновского района. Радует одно, что сюда к своим истокам, пусть и немногие, но все-таки возвращаются. Сельские истории. Если вам, дорогие наши радиослушатели, есть что рассказать, звоните мне по телефону 62-92-90, обязательно пообщаемся. А ваши сельские истории станут частью истории нашего родного края и, конечно, нашей программы. А прямо сейчас по традиции звучит песня. Сегодня она для жителей деревни Морино Дновского района. А я прощаюсь, через неделю расскажу еще одну сельскую историю. Поет день и ночь в сторонке родной, заветный родник весной. И нет холодней, и нету вкусней воды во вселенной всей. Я помню в жаркий день июля
земля ручьем звеня, как будто ковш мне протянула, чтоб напоить меня. Живи, родник, живи, родник моей любви, любви к земле одной, к земле навек одной. Живи, родник, живи, родник моей любви, любви к земле одной, к земле навек одной. Вода родника, живая вода, она как любовь чиста, пусть струнка тонка, тонка и легка, с нее началась река. А мы всегда родник бессонный, слышим в любой дали, словно звучит безумный голос родной земли. Живи, родник, живи, родник моей любви, любви к земле одной, к земле навек одной. Живи, родник, живи, родник моей.